Ну и к новостям России. Третьему по величине российскому городу Новосибирску исполнилось 123 года. О том, как горожане отметили этот праздник, расскажут наши коллеги. Перенесемся в центр молодого и амбициозного города. На Красном проспекте Новосибирска прописана главная фраза этого дня. Не город красит человека, а человек – город. С таким девизом Новосибирск празднует свой 123-й день рождения. Новосибирск – город молодой, динамичный, амбициозный и прогрессивный. И второй девиз его 123-летия – мечтать, стремиться, достигать. Этот праздник может помочь каждому проникнуться мыслью о том, что наше окружение – это отражение нас самих, и наш город – это мы. Я думаю, что в этот день люди выходят на улицы, они радуются, общаются, и вот чувствуется какое-то единство духа. Все вместе мы как один большой город, как столица Сибири. Этот день рождения стал необычным. Празднование Дня города повернулось от развлечения к участию горожан, чтобы каждый понимал, что это его город. Каждый и есть создатель своего окружения. Самые разнообразные площадки наполнили центр. Здесь можно было поучаствовать в квесте по городу, задать нормы ГТО, поиграть в шахматы и даже познакомиться с жестовым языком. Сегодня День города, и мы, Дом творчества глухих, решили показать нас, глухих. Мы учим жестовому языку окружающих людей. У нас есть свои мастер-классы. Мы обучаем жестовому языку, еще показываем те модели красивых девушек, вот, которые стоят там. Город – это действительно сами люди, и быть достойным горожанином под силу каждому добрыми делами преображает свои города. Валентина Чечулина, Иван Колесников, специально для ТБН.